29 апреля, согласно указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева, от имени азербайджанского правительства и Министерства по чрезвычайным ситуациям в связи с землетрясением Федеративно-Демократической Республики Непал направила гуманитарную помощь в эту страну. Как сообщили азертачи из МЧС, принадлежащий министерству самолет отправлен с гуманитарным грузом, включающим около тонны различных лекарств и медикаментов, большого количества палаток, одеял и бутылок с питьевой водой. Согласно поручению президента, эвакуация азербайджанцев из зоны природного бедствия на родину будет осуществляться этим же самолетом. Камила Рива, Ахмед Маметов, Азертач.